Да, в Максидоме обои были представлены удобнее, то есть их было показать. Видите, они вообще там наверху. Знаете, я хотела бы вот на кухню просто покрасить стены, да, зашпаклевать и покрасить. Ну, на крайняк моющие обои поклеить, а муж у меня хочет, это вообще, конечно. Ламинат на стенам. То есть сейчас это тоже многие делают. Ну, как-то вот так вот. Можно, конечно, вот такую стену, например, вот если снизу вторую. На кухню, на одну стену, где свободно. Хотя мне свободно, наверное, не будет. Сколько это стоит, это вот. Так, 2039 рублей. 1499 рублей. Как раз вот то, что вот мне больше понравилось. О, вот это вот. Что-то так отрезано. Оторвал кто-то, понимаете? Вот там внизу то, что вот мы смотрели, вот это номер 9, это 2499 рублей. То, что вот мне понравилось, это стоит 1499 рублей. В коем веке? А что мне понравилось, стоит дешевле. Такие обои. 1699 рублей бежевые. Вот эти вот. Ну, я говорю, здесь, конечно, неудобно показывать, здесь не очень. Все это представлено, 1999 рублей. Такие обои. Ну, дорого, в моем понятии, 2199 рублей, 1099 рублей. Вот эти вот цветочки, которые, вот они, вот которые представлены, вот эти цветы, 2239 рублей. То есть, понимаете, да? Ну, как-то так вот цены на самом деле. Калькулятор, пожалуйста, можете музыки рассчитать. 1249 рублей обычные такие розовые. 2239 рублей. 2399 рублей. Вот такие обои. 1999 рублей. Но это, я понимаю, флизелиновые нет. Давно я по обоим не мастерица. Так. 1999 рублей. Мы с мужем сами все стены все делали, шпаклевали. В общем, все дырки заделывали, обои клеили. Вот это у нас 1219 рублей обоем. Вот эти вот симпатичные 2199 рублей. Все кто-то отрывает, я смотрю. 1899 рублей. Черный 1699 рублей. Вот они. Смотрите, обои. Да. На кухню. Здесь, конечно, я говорю, неудобно смотреть, да. Выбирать здесь неудобно, чтобы вытаскивать, вот, да, чтобы вытащить и посмотреть полотно. Это вот там наверху смотрите. А если хочу, не, ну, потрогать, понятное дело, но все равно как-то вот, ну, мне кажется, неудобно, да, задирать. Такие тоже, не знаю. Еще и сзади у нас тут обои. Или, нет, я здесь уже прошлась. Так, вот такие обои 2359 рублей. Красивые, посмотрите. О, красота. Такие. Ну, опять-таки, а вон-то если наверху. А я не вижу таких наверху. Нету наверху таких, нету. То есть это на вытаскивание. А, вот кусочек. Здесь на. А, то есть это можно взять с собой. Ничего такие, да? Вот где вот полный кусок, кусочком? Где розочка целая? Вот. Это не совсем. Симпатичненькие. Понятно. Скажи. 1629 рублей. Это зеленые. Это тоже грунтовка. То есть мы вот отремонтировали трехкомнатную квартиру с мужем. Кроме плитки. Плитку нам как бы заказывали, приходили, нам ее уложили. А вот обои, ламинат,
вспоминать, конечно, у меня муж все это сам. Я даже потолки шпаклевала, между прочим, и зачищала вот такие вот тоже обои. Так, 2199 рублей. Такие темные. Такая хорошая, знаете, большая квартира. Такая же, только они такие с голубым. Но беж мне больше нравится. О, это типа сакура. Ну, обоев, конечно, да. Вот там вот на самом верху зелененькие, симпатичненькие. Что они, вот эти что ли? Ну, как-то мне кажется, там свет темнее, чем здесь. Хотя вот там лампа прям под самой, нет, что ли? Ну, 1899 рублей. Эти 2439 рублей. Как-то так. Так, такие обои. Сейчас снизу, ну, я говорю, вот неудобно, неудобно. 1991, ну, 2000, 2039 рублей цветочки. Вот это 2099 рублей блестящие. Вот это вот клетка 1829 рублей, 1899 рублей. Вот эти как объемные, да, такие цветочки. Вот 2849 рублей. Да, кажется, что объемные, на самом деле нет, не выпуклые они. 1799 рублей. Кстати, ничего, ничего. Смотрится, ничего. Вот эти вот, да. Угу. Смогу я. Вот. А нет там этих? Нету. Нету. Ну, опять-таки. Не знаю. А вот они наверху, видите, там такие, как кустики, говорю, ну да, веточки такие. Крупные розы мне не нравятся, вот такие тоже нет. Ой, блин, вот для меня это все, вот это черное тоже нет, 1249 рублей. 1199 рублей, какие цены, 3099 рублей, вот за что? Это же ни о чем. Ну, лично по моему вкусу, да, никто не спорит. Кому-то нравится, вот внизу вот эти розы, 1899 рублей, 1649 рублей. Ну, дело вкуса, правильно? Вот такие вот 1999 рублей. Вот. Тыть-тыть-тыть. А, 3099 рублей. Вот это да. Вот это да. Вот такие 1999 рублей. Вот, смотрите. Тут, нет, конечно, можно найти, найти, побегать, побегать, поискать, найти. Ну, вот что-то такое. Определиться вообще с цветовой гаммой, составить план. Это не ко мне. 1899 рублей. Такие 1800, тоже 99, 1799. 1699, вот не упаковки. Ну вот, не знаю, вот тоже 1899 рублей. Такие цветочки, вот они на самом верху. Потом это вот такие фотообои, ну как бы такие вставки, да. Цветы, розы. Это у нас стоит 2439, самая дорогая 3049. 1900, да, правильно я увидела? 2000. Ну и округляем. Это у нас 2440, 2200, 2649 рублей внизу. 2399 рублей. Многие в упаковке что-то даже не показать. То есть, понимаете, вот смотрите наверх. Задирайте голову, ходите, смотрите. Не знаю.
Вот такие обои. Да, и ремонт, если мы, дай бог, будем делать, то делать будем сами. Буду показывать, как я шпаклюю. Ну а что, трехкомнатную квартиру отшпаклевали? Еще сейчас не отшпаклевать. Я даже, знаете, такой знаю материал, замечательный материал, который вклеивается в бетон, если есть в стене дырки, фюнгенфюллер. Замечательно. Не знаю, как на данный момент, есть ли сейчас такой. Мы заделывали дырки. А потом уже сверху шпаклевка. Угу. Вот. Так, смотрите, в темноте так. Другой цвет. Вот он. Не вот такой светло-белый, а вот такой, да, как темненький. Как золотистый. 1500. Ну, 1600. Ой. Выбор — это самое тяжелое. Вот тоже обои. Но пока нет вот ох и ах. Вот эти 1299 рублей. Тут такая фигулечка, точечка такая. 1199 рублей. Это 1749 рублей внизу. 2099 рублей. Мы когда с мужем... Да вот приехали в нашу сейчас трешку, где были везде белые стены, белые двери, и нам стало дурно от этой белизны. Сейчас я как бы так к белому цвету уже по-другому отношусь. 1299 рублей в 2100. Вот. То есть как бы более благосклонно. То есть могу представить белый цвет в интерьере стены, но не вот такие вот точечные, знаете, как эти такие конопульки такие. 2000, 2100, 2200, и а там цены нет внизу вот этих обоев. Ну, я думаю, это кажется на 2200. Значит, 2000 внизу вот серые, 2300, 2200. Какие обои? Ага, 1630, 2200, вот они наверху. Знаете, тут одни обои, смотрю, смотрятся как вот эти вот, да? Как штукатурка такая вот декоративная. Я уже о ней тоже думала, это чтобы на кухне. Вот они, обои эти. Стоят 2200. Вот они. Вот. Ничего, такие, кстати, на кухню бы хорошо. Если они виниловые обои на физелиновой основе. 1200. Но... Муж у меня с ламинатом пока. Такие вот. Ну, кстати, вот эти вот достойные, достойные, интересные. Вот. Я просто ляписты не люблю. Ага, потом хоп и... Ой, мама. Боже, мышка пробежала, я туда не пойду. Представляете, здесь мыши, все. Я их боюсь до ужаса. Она маленькая, ну, только... Я туда не пойду, там еще есть обои, но она в ту сторону, вот как раз в ту сторону пойдет. Так, давай ты не вяз. Вы не представляете, как я боюсь мышей. Боже. Я никого не боюсь, я ни червяков не боюсь, я не боюсь еще кого-то на мышей, я очень боюсь. И крыс. Фу, пойдемте в этот садовый рай. Вот она, видите. Все, мне дурно. Я не пойду. Ой! Боже мой! Что она меня преследует? Фу, слушайте, мне дурно. Пойдем там, где никогда не ходила. В смысле, я веду с вами. Это все. Ой, какой кашпо. 300. Я надеюсь, у нас туда не прибежит. Я ж тут, знаете... 399 рублей. Класс. Это для бонсая. Неплохо. Я туда не пойду. Цветок в ремезе. 600.
659 рублей. Интересно. Вот оно вот так цветет. Тоже такой интересный цветочек. Так, это у нас уже тоже фрезия. 499 рублей. Вот, знаете, вот такой почему-то я не хочу. Вот эти я не хочу. Вот эти вот цветы что-то меня не привлекают. Все, меня эта мышка напугала. Теперь буду ходить и выискивать, понимаете, глазами. Фу. Гербера. Как она тут плоха гербера. Так. Быстренько пройдемся. Уф. Так, это у нас что-то. Вот это что это такое интересное? Вот. Не. Бонсай микс. Просто бонсай и все. Вот здесь я, по-моему, в прошлый раз видела. Вот тут вот больные эти самые. Ну, сейчас мы с вами в другое еще место пойдем. Был мучнистый червенец. Ну, господи, домой бы не принести за собой следом. Понимаете? Запросто. Такая кака пристанет. Это все. 999 рублей. Это же дневник. Нет, ну я избавилась, на самом деле избавилась. Ну как красиво. Ну нравится мне. Но это уже не сейчас. Ой, какая прелесть. Посмотрите, какой хорошенький тоже. Ну это если горшок, конечно. Так их ставят. Вот они. Фуф. Это красивый цветок, смотрите. Листья оригинальные, колотые. Ну, колотые дорогая. Там цена порвана на чеке. В этом месте красок не увидеть. Вот это тоже красиво, мне нравится. Красивые цветы, оригинальные. Алаказия, 749 рублей. А я хочу Марая, по-моему, называется. Марая. Нет. Ну, что-то такое подобное, вот, красивое, да? Трогать руками не буду, цветами говорю. Это у меня есть, растет, слава богу, когда днем. Тоже такой, смотрите, красный, красивый такой, ух! Фу, ну, мне, как всегда, везет с этой мышью. Теперь, знаете, внутри у меня шок. А, это вот, по-моему, то, что погибает, и можно купить за полцены или даже вообще дешево-дешево. 570 рублей. Фикус вот это вот. Вот оно, фикус. Их еще лечить придется. Эти цветы. Вот они. Видите? Ну, кто может, знаете, вылечить, почему не взять там, например, недорогое растение, да, к примеру. Смотрите, нашла антуриум, наконец-то недорогой, 599 рублей, ну, 600 рублей, да. Но у меня есть такого красного, просто имею в виду, что раньше все время были здесь по 700 рублей, в общем, такие. Так у нас кланхой, по-моему. Ой, тяжелая. Так, и стоит 369 рублей. Так, бегония. У меня почему-то бегония рос и не хочет особо расти. Что-то она, знаете, вот капризничает у меня. Но она мне так нравится. О, бегония, папирония. Ой. Это красивый камень. Вот такая у меня тоже есть. Но она мне стала что-то тоже капризничать. Так, это бегония месса нам 149 рублей. Больше я тебя не возьму. Потому что давай-ка ты сама. Ой.
Смотрите, какая красота, какой антурим большой за 8999 рублей. Вот, огромные цветы. Вот нравится именно этот магазин здесь. Тоже здесь птички поют. До этого лягушки квакали. Вообще красота, только кадеимум. Ну вот он такой красавец, разрастается. За 16, ну 17 тысяч, да? Вообще красота, да. Вот тоже это фикус, по-моему. Вот это вот фикус Бенджамина. Вот они, красота. Так, розы. Розы. А сколько у нас розы стоят? Пока не вижу. Роза Кардана. 899 рублей. Да ладно. Еще серьезно? Вот эта роза 899. А, вот это вот 899 рублей. Это в кашпо, которая. А вот это... Нет. Кстати, у меня розочка пока все нормально, вот этот фон. Но я не могу сказать, что она там разрастается особо. А эта роза 199 рублей. Ручки тянутся, ну, это красивая. Но нет. Цикламен, кстати, 199 рублей. Красавец такой. Хризантема. Ух, какая лилия шикарная. Так, что-то вот это знакомое. Нет, вот это. За 99 рублей. Мне, конечно, не надо. Но что это такое? Пеперомия. Ну, красиво пеперомия, особенно вот это вот. Или это уже не пеперомия? Ой. Земляника. А это у нас такая, как мята, что ли, у нас. Ну. Это пелея. Ой. Это какая-то пелея. Я не знаю, что такое пелея. О. Вот это замечательный цветок, могу сказать. Очищает воздух. Хлорофитом за 129 рублей. Замечательно. Разрастается очень быстро. Нужно такой маленький. Он потом вообще будет вот таком с шапками. Вот это желательно, чтобы он кусился больше. Вот эти цветочки отрывать. Их можно вот уставить. И потом все это прорастает. А вот и традисканция. Ничего себе. 599 рублей. Ну, у меня такая есть. Мне не надо. Что-то, мне кажется, заело у них. Оригинальный цветок. Значит, появились различные вот такие малышки. Традисканцы за 129 рублей. Посмотрите, вот такая вот она интересная. Затем вот такая традисканция. Вот. Кустистая. У меня такой нету. Ну, не надо. Не надо. Потом вот. У меня наподобие есть, только такими с беленькими, сирененькими листочками. Тоже миленькая такая. Тоже, по-моему, 129 рублей там. Вот. И вот. Такая тоже присутствует в наличии. Тоже 129 рублей. Так что, кому нужно традисканцы, спешите сюда. Потом вот это пеперомия за 129 рублей. Очень красивый цветок, тоже советую. Он красиво разрастается, такие тугие листочки. То есть это вообще красота. Красота. Рассада земляники от 79 рублей. На 79 рублей вот такой кустик земляники. Вот. Потом у нас вот это что такое? Это мне бускус. Я даже не знаю, что такое бускус. А это уже, наверное, что-то такое, что уличное, да, растение. Растение бересклет. Ой, конечно. Сейчас там мою корзинку бы не увели. 399 рублей. Красиво, вот это красивое. Так, повернись ко мне. Передом, плюс задом.
тоже бересклет Форчуна, 399 рублей. Вот зелененький такой, беленький, смотрите, красивый. Вообще красота. Ну, это я так думаю, что это для сада, огорода. Сада, огорода. Ну, все. На этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать огромного-огромного здоровья. Не болейте, мои дорогие. И, конечно, отличной погоды, чтобы дождей не было и только ночью, чтобы солнышко светило, чтобы не так холодно было. Вот. Исполнение всех желаний. Берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек. Балуйте по возможности, звоните хотя бы. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания между разными вероисповеданиями. Всем до новых встреч, до свидания.